Друзья, продолжается программа «Фанбокс», и как мы вам обещали, сегодня у нас в гостях Крафтс уже во второй раз. Мужик, спасибо большое, что пришел. Не за что. Нашел времечко. Как твое настроение? Супер, спасибо, что зовете. Я приехал только что с Украины. Да, сказали, что тебя там видели на крупных соревнованиях по экстремальным видам спорта. Да, я был на Z Games. Как тебе? Ну, круче, чем Казантип, это точно. Как бы люди объединены чем-то более правильным. Вот, следил там за развитием событий, видел паркурщиков, респектовал там пацанам вообще. На твой взгляд, кто самый крутый для тебя? Вот, из всех этих экстремалов? Да. Вот кого бы выделил? Кем бы сам хотел быть, например, если не был не бы Не знаю, артистом? Ну, я бы паркуром позанимался. Штаны у тебя подходящие, они любят такие да? же широкие, да, типа тренировочные штаны, поэтому ты я уже вот практически люблю удобную наполовину уже одежду. Паркурщика. Меня, кстати, путали, да, там говорят, ты паркурщик? Я говорю, нет, я рэпер. Вот, ну, тоже неплохо. Не так давно ты ушел с Respect Production, мы не будем затрагивать эту тему, потому что тем, кому интересно, они уже прочитали, а тем, кому не интересно, им, в принципе, и пофигу. Как тебе сейчас в свободном плавании вообще лучше, хуже, и что ты вынес из своего пребывания на этом лейбле? Много чего вынес, прекрасно провел время, подтянул себя по многим параметрам. Вот, ну, выбрал как бы свой путь. Ребята меня поняли, легко отпустили. Мы на хороших вообще позициях, наше общение осталось. И мы даже там планируем сладить, сделать тречок там со временем. Также за 8 месяцев там не получилось пересечься, сделать. Поэтому я думаю, как-нибудь обязательно выйдет. Что тебе давал рекорд-лейбл и что ты мне сейчас? Я там не так много времени провел, всего 10 месяцев. Поэтому там думал, студию получу, думал, там клипы у меня будут. Как бы клипы у меня и так был мой Таир, режиссер, и Кирилл Зоткин, оператор. Это мои ребята, с которыми мы сидим, креативим, снимаем. И получается, что получается. В таком же ритме мы работали, когда я подписался с Респектом. Вот. На студиях я записывался тех же самых, то есть новых студий у меня не появилось. То есть особо... С делом ничего не произошло. Ничего не поменялось, да, особо. Ну скажи, сейчас ты затронул тему своего альбома, когда ждать, сколько треков, фичеринги, что это за... Будет. За Gangsta Shit. Будет классный альбом, мне нравится больше первых двух. Будут совместные работы с Валиком Словецким. Трек «Всем своим» называется. И мы сейчас уже клип сняли на Алтае этим летом с ним. Будет «Жара», будет «Man of Society» из «Ишкралы». Наташа Поволоцкая весь там, везде со мной. Женский вокал где будет. Ну, еще сюрпризы будут, конечно. Не раскрою сейчас. Ну, что сейчас? Да. Когда презентация твоего альбома, когда планируешь? Главная презентация альбома будет в клубе А2 в Питере. Вот, Москва потом, Москва чуть-чуть подождет. Какой Давай. Трек ты сегодня нам прочитаешь? Что-то новое, старое? «Море» прочитаю вам с удовольствием, у вас я его еще не читал. Я помню, ты в первый раз, когда к нам приходил, у нас были некие проблемы с монитором, и ты тебя не слушал, точнее, не слышал, да, ничего не изменилось, потому что нам выделили деньги Давайте. На монитор, на колонку, но наш режиссер купил себе Сироку, короче, на эти деньги. Я сейчас поопытнее, я покатался, выступал сейчас. Поэтому, да, поэтому извините. Ну, а перед тем, как вам совсем сказать «до свидания», не забывайте, что 3 ноября в клубе «Тотем Холл» будет день рождения телеканала A1 Hip Hop Music Channel, много крутых артистов, обязательно приходите. Это была программа «Фанбокс». Ищите нас в интернете, подписывайтесь на наш канал на YouTube. Мы вас всех ждем. Йоу, пока. Мне снится море, а не в бизнесе доля. Мне снится туман, а не дым. Но это все сон, а не быль. Но оно есть. Что-то такое всегда, я это где-то в себе храню. И это не сон, это как постоянное дежавю. А можно ли верить тому, кто врет себе? Стоит ли не жить, вспоминая, как было во сне? А может быть, на этой планете открываться тем, чей потолок не на пульте, или уйти? А может накатить, чтобы она сняла платье? Или стоит поговорить, лучше узнать ее? Надо ли давать надежду или отобрать ее? Как с этим засыпать вообще? Моя жизнь ведет меня за собой, как женщина, нежно так. А я бегу за ней без одежды, как дурак, притом в основном в общественных местах. Мимо многосуточных туз, мимо людей со вторым именем Жополис, мимо мастеров мысли, которые нас тянут вниз, и все это время со спокойными волнами, не то что на экране, а то что между нами. И мы забываем с городами и годами просто тупо баловать себя берегами. В голове лишь налик, мы хотим, чтоб только нам дали. Хреновы герои, которые в хлам в баре. Москва — это труба с гарью, и тут я засыпаю.
Мне снится море, а не в бизнесе доля. Мне снится туман, а не дым, но это все сон, а не быль. Но оно есть, что-то такое всегда, я это где-то в себе храню. И это не сон, это как постоянное дежавю. Я просыпаюсь и звоню друзьям. Я собираю в круг людей, знающих себя. С такими можно и в моря. Для меня хип-хоп — это искренне. Музыка слов, если ты понимаешь действия. Музыка пацанов с неправильным детством. Я уже по уши в этом городском замесе, а все-таки... Море позитива, море улыбок, как у детей. Море банальных идей, море любимых гостей. Без леса теней, где мы проводим столько дней. Без ветров скоростей, без песков новостей. Я хочу быть с ней, прибой и куча друзей. И повторять, я вас всех люблю. И чтоб это был не сон, а постоянное дежавю. Мне снится море, а не в бизнесе доля. Мне снится туман, а не дым, но это все сон, а не быль. Но оно есть, что-то такое всегда, я это где-то в себе храню. И это не сон, это как постоянное дежавю. Всем спасибо, это был Кравц специально для A1.